Я Наталья Меркулова, владелец шоурума «Фадри Стиле». Сегодня я хочу вам рассказать про юбки и про платья, и как можно усилить свою женскую энергию, финансовый поток, изобилие через одежду. Можно носить платье, допустим, если хотите усилить там, через день, допустим, или у кого какие-то есть трудности, то вообще, допустим, целый месяц. И это можно носить платья и юбки. Вот такой модели, которая идет на расширение. И можно носить разных цветов и разной длины. Но если, допустим, очень сильное усиление нужно, то, конечно, красный цвет усилит, потому что это энергия материальная, это энергия сексуальная. Все сейчас уже об этом знают. Кто не знает, почитайте. Материальная красная чакра Владхара. Итак, смотрите, здесь я собрала именно красный цвет и платье, юбки, и покажу, что с чем это можно будет сочетать. Вот, то есть на мне вот такая юбка, можно ее превратить в кажуальный образ, это одев вот такие вот кеды. Или, смотрите, также можно добавлять босоножки, вот такие яркие, фиолетовые, зеленые, или, допустим, вот такие вот странные. И успокаивать образ можно вот так, убирать динамику этого образа водолазкой или, допустим, вот черной футболкой. Вот также, например, сюда же можно одеть вот такую вот красивую футболку. А сзади, видите, какой вырез. Это ремень, но его можно носить вот так вот, если захотите усилить, например, свой образ, если, допустим, юбка будет не в горох, какая-то, допустим, более простая. То есть можно носить вот так. Приходите, мы уже покажем, как эти ремни там по-разному можно носить. Смотрите, вот такая вот также блузка. Это спинка, и можно усилить свой, например, если захотите какой-то сексуальности добавить, вот такой вот портупей, она идет здесь в комплекте. Вот смотрите, вот такая атласная юбка бельевая, базовая, да? Если захочется что-то нарядное, вот такая вот блузка. Юбка из хлопка. И к ней также можно будет вот эти футболки надевать. Вот эту футболку я бы одела к этой юбке. Юбок, на самом деле, у нас очень большое количество. Сюда бы я, например, предложила вот такой топ с перьями. Тоже очень женственный, также поможет вам себя чувствовать такой уверенной, раскрепощенной, такой изящной, романтичной. То есть, ну, перья я очень люблю. Вот такую можно блузку. Вот такую, например, атласную с пером. Но я бы ее вот сюда бы, вот к этой предложила. Также, кто любит такие вот свободные блузы, вот так, и можно сюда ее заправить, будет очень красиво. Я потом попрошу девушек, они вам продемонстрируют на себе. Также можно вот такую хлопковую рубашку, смотрите, здесь вот сзади разрез, рукав такой достаточно объемный, а длину мы убираем, вот собираю вот так. Тоже эти приемы у нас вы на страничке найдете. Смотрите, какой классный будет образ. Сюда можно или футболку, или кроп-топ. И ко всем этим юбкам можно вот жакеты, например, приталенные такие, можно базовые, можно нарядные надевать. Так. И можно, например, какие-то оверсайз, вот такие вот жакеты, тоже у нас представлены в разных цветах. Этот, например, такой с хлопка с разрезом. И смотрите, вот такое прям красное платье, хлопок, такой вот рукав-фонарик. Здесь это на самом деле очень удобное платье на каждый день, когда сверху ты надеваешь вот такой вот жакет и надеваешь кроссовки. Я очень люблю это платье, у меня такое платье тоже со мной два цвета. Вот такое платье с воланами. И можно также, например, платье, где несколько цветов, да, вот такие вот. Здесь ремень вот такой, смотрите, в комплекте идет Animal Print. И здесь вот сколько цветов у этого платья, оно свободного кроя, вискоза, здесь также ремень идет в комплекте. И вот такие сумочки. Такая вот аккуратненькая. Вот так. Сумок у нас тоже большой ассортимент, так что приходите. Наряжайтесь.
Наши стилисты подберут вам образы на любой случай.